В нашей стране стартовала акция «Взаимопомощи. Мы вместе». Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Организаторы акции рады любой помощи. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи. А тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами, а также деньгами. Акция организована Общероссийским народным фронтом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Работники компании «ФосАгро», которые известны своей благотворительной деятельностью, не остались в стороне и поддержали акцию. Здравствуйте, уважаемые работники Балаковского филиала АО «Апатит». Трудовые коллективы родственных нам производственных площадок Череповца, Кировска и Волхова поддержали всероссийскую акцию «Мы вместе». Я со своей стороны, как председатель профсоюзной организации, призываю и вас принять участие в этой акции. Данная акция направлена на финансовую поддержку людей, которые на сегодняшний день стоят на переднем крае борьбы с пандемией. Я уверен, что забота об общечеловеческих ценностях для нас с вами не пустой звук. Суть в том, что предложить свою помощь может каждый. Кто-то становится волонтером и доставляет людям продукты и лекарства. Кто-то становится донором, кто-то помогает деньгами. Можно сделать любое доброе дело для тех, кому сейчас необходима поддержка и забота. Мы хотим присоединиться к акции и пригласить вас к участию. К участию не для галочки, не для очередного пункта списка ваших достижений, а от чистого сердца. Говорят, что добрые дела делаются тихо и без огласки. Но мы хотим, чтобы нас услышало как можно больше работников, жителей городов и других регионов. Чтобы наша с вами большая семья ФосАгро объединилась в этот трудный для нас момент. Если можете, помогайте. Узнать о том, какая помощь требуется в вашем городе, можно на сайте мывместе2020.рф. Мы будем размещать объявления о том, где требуется наша помощь. Все-таки в одной команде работать веселее и проще. Инициативу простых заводчан, в свою очередь, поддержало руководство компании, тем самым еще раз доказав, что все сотрудники – одна семья со своими ценностями и философией. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев дал старт участию компании в проектах движения «Мы вместе». Я горжусь своими коллегами и сам лично присоединюсь к движению «Мы вместе». Направляю часть моей майской зарплаты на помощь тем, кому она сейчас нужна. И я надеюсь, моему примеру последуют и руководители, и работники наших предприятий. Этот новый вызов сделал нас более сплоченными. Только вместе мы сможем дать на него эффективный ответ. Выступить единым фронтом и переломить ход борьбы с пандемией. Как сказал наш президент, когда мы вместе, нас не победить. Уверен вас, дорогие коллеги. Спасибо. На реализацию мер профилактики на производствах, поддержку медицинских и социальных учреждений городов присутствия компания «ФосАгро» направила на данный момент уже более 1,5 миллиарда рублей. В частности, для балаковских больниц приобретены потоковые тепловизоры. На базе местной поликлиники открыта ПЦР-лаборатория для проведения тестирования на COVID-19. А еще компания регулярно поставляет балаковским медикам средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, очки. В нашем городе в рамках акции «Средства от балаковского филиала АО «Апатит» его руководство, а также добровольные пожертвования от рядовых сотрудников предприятия будут направлены на поддержку медиков, волонтеров, малоимущих. «Мы вместе» объединила все трудовые коллективы группы «ФосАгро», а это более 17 тысяч человек, представляющих 25 регионов страны.